Привет, ребят. Ну что, такую проблему хочу рассказать. Сломался у нас, в общем, гирокомпас в один день, также и магнитный потек, жидкость. Вот. Но тем не менее, пока показывают. У нас есть возможность перейти на магнитный, соответственно, да. Но есть один нюанс, то что магнитный нестабильно, да, как курс показывает. Вот. Соответственно, мы смотрим внимательно. У нас есть электронка. Мы видим вектор наш, да, куда мы движемся, соответственно. Вот если... У него может вообще резко уйти вправо или влево, и как бы автомат, получается, тоже начинает уходить в ту же сторону. Вот. Картушку, да, смотрим уже. Нас показывает. 143, да, ну вот, в принципе, и здесь у нас получается 143. Постоянно нестабильно. То есть нормальная девиация, да, то она как бы и не должна быть большая. Здесь, в принципе, и район как бы не такой. Один, от одного до трех максимум, да. Но наш магнитный может уйти на 40 градусов вправо. Нафиг делать. Это вот всю вахту приходится стоять, смотреть внимательно. Ну, также мы наблюдаем хорошо береговую линию. Ориентироваться по ней можно. Вот. Короче, если пароход пошел, соответственно, мы переходим сразу же на ручное управление. На ручное управление. Это у нас алярм. Насосы. The steering gear. Вот. Сразу переходим на ручное и уже выходим. Держим курс, который нам нужен. Вручную. Только таким образом. Ну все, ребят, спасибо. Не бойтесь данной поломки. Я, кстати говоря, первый раз встречаюсь именно, чтобы конкретно так накрылся гирокомпас. Вот. Ну, ничего страшного нет, когда есть нормальный магнитный, да. За ним в первую очередь надо смотреть, чтобы он тоже был всегда в готовности. И ни в коем случае не запускать. Каждую неделю, ну неделю, хотя бы раз в две недели проверять, чтобы вот не было таких нюансов, как вот жидкость там потекла, да, пузыри появились. Это все же как бы негативно сказывается на его точности. Ну и соответственно, у нас, допустим, уже год прошел, у нас на 2 года таблица, да, вот уничтожали девиацию, на 2 года в сертификат, вот, поэтому уже половина срока прошло, соответственно, уже накопилась, да, вот эта поправка, где он достигает, бывает, в некоторых местах до 20 доходит. А вот сейчас данный, по-моему, до 40 может уйти. Как-то, короче, вот так. Все, всем спокойных вахт, удачи.